Декоративные кустарники для украшения сада. При создании древесно-кустарниковых композиций, живой изгороди и фона для различных растений, при оформлении дорожек и ограждений, при зонировании участка и обустройстве внутренних двориков активно используются декоративные кустарники. Они очень красиво и эффектно смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадках. Самыми популярными декоративными кустарниками являются спиреи, садовый жасмин, шиповник, калина, сирень, фардице, боярышник, гортензия, рябинник и другие, получившие широкое применение в ландшафтном дизайне. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.